Приветствую вас, уважаемые друзья. Давайте маленько пошарахаемся по лесу в поисках грибов. Ну, конечно, на тропинках мы грибов не найдем. Погуляем, подышим воздухом. Что-то уже это виртуальная жизнь. Рыбалка и тому подобное поднадоело. Надо натурально погулять. Смотрите, какая листья сколько разбрасывает. Главное нам не заблудиться. У меня такой натуралист вообще никакой. Да заодно, может, грибочков пошукаем. Ну, сейчас-то уже навряд ли их тут нашукаю. Смотрите, березки одни сплошные. Так. Ребятки, не забывайте прожать лайкосики. Очень их требует YouTube, мать его за ногу. Ну и если вам, конечно, понравится, вы считаете это видео достойным, можете поделиться им с друзьями где-нибудь в соцсетях. Это очень помогает для развития канала, ну и тому подобное. Вон. Видать, кто-то еще весною. Или что-то я не понимаю. Для чего-то бутылку привязали. Очень странно. Смотрите, какие они. Березки красивые. Вот тут по-любому должны грибы быть. Ну, раньше. Сейчас-то уже навряд ли их. Сейчас-то уже поздно. Конец сентября. Какие грибы. Ну, хотя, в принципе, возможно, белый гриб и может здесь быть. Где-нибудь так. В одиночестве. Одни прям чисто березки. Смотрите, какой лесок. Шикардосный. Сейчас аппетитно гуляю. Пойду, у меня там хот-дог в машине. Пицца. Перекушу. Перекушим. Так. О, смотрите, какая-то интересная колея. Странно очень. Долбежный запах лесом. Вообще, ребята, надо любить природу. Природа нам дает силы, энергию, силы, дает здоровье,
Давайте еще вон туда чуть-чуть прогуляемся. Если не любишь природу, это значит, не любишь Творца нашего, Бога, ибо это Его творение, Его промысел. Я думал, хоть один грибочек какой попадется. Не хотели. Так, вон она, моя лягушон. Зато я тебя вижу. Потеряла. Куда, говорит, пошел, я тебя не вижу. Не видит она меня. Смотрите, какие красивые листочки. Запах надежный. Прям дышишь, надышаться не можешь. Настолько воздух чистый, свежий такой, насыщенный. Куда, говорит, пошел, я тебя не вижу. Красота, друзья. Шикардосная красота. Ну вот, друзья, прогулялись. Теперь пойду употреблять пищу. Ну, конечно, не очень полезные всякие вот эти пиццы, шмиццы, это не то.